поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры.
давай! Кейра! Геральт, сделай что-нибудь, выползай из этих нор! Используй знак или бомбу, ну что-нибудь! Успокойся, это же просто крысы! Ненавижу, фу, крысы! Убери их! Фу, дрянь какая! Крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи, навигаторы.
Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем. Охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно. Ты должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навести эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Если они доберутся до него первыми, у нас уже не будет шанса с ним поговорить. Кроме того... Ладно, делай, как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в Цири? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Ед. Ну да ладно. Пошли. Велаглан! Гладив. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Какая проекция? Нечто вроде почтового ящика для чародеев. Куда надежнее обычного письма, которое может перехватить кто угодно. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Осторожно! Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю, не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Семен рассказывал, что когда научился накладывать ивы, пошел тренироваться на этих грибах. Ха-ха, скверная идея. И как? Ну как, выжил. На молодых ведьмаках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири.
Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю. Весемир рассказывал, что когда научился... ...этого тигня пошел тренироваться на этих грибах. Ведьмаках раны заживают быстро. Пойдем. Сдохни! С которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры.
Что сказать? В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Покончим с этим!
поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Вода. Ничего не свежая. Зря не просто замечательно. Thank you.
сдохни! Ласточка, значит, мы идем правильно. Смотри, он очень похож на тот столб с проекцией.
Фордас Лессер Эр. Израиль. Не Форда Соль СРН. Айм Сили Кельпи. Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? Гвеллаглан! Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Интересно, что это означает? Такое ощущение, что их в спешке рисовали местностью. Почти такая же. Посмотрим. Кир, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Смотри, они открываются. Теперь понятно, что прервало телепортацию. Этот телепорт. Ах, вот почему я приземлился в гнезде утопцев. Радуйся, что ты вообще вышел из него живым. А потом все удивляются, почему я не люблю телепортов. Попробуем его активировать. Кажется, это ласточка. Идем. Думаешь, это безопасно? Гвеллаглан! Ужасно тихо. Это плохо? Похоже на затишье перед бурей. Вот и все. Я знала, что мы справимся. Да? Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Не огорчайся, мы на правильном пути.
Ну, вперед. Какие? Смотри, они открываются. Ну, вперед. Сдохни! Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий голем. Еще ласточка. О, получилось! Идем. О, мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Велоклан! Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. Ты сомневалась? Заморозили они и сделать ничего не успели. Шара! Эссе-Исе, товар Дойне, Милин Вильхамар. Эн! Из которых он выходит. Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе. Тарианоной! Готово. Держись поближе. Их нужно закрыть! Не сходи! Я сама!
Сколько мне еще просто потратила слишком много силы. Если ты не сможешь идти... Не бросай меня здесь. Я этого ни за что не сделаю. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Они заблокировали проход. Может, я попробую? Предоставь это мне. Пойдем. Может, мы их еще догоним.
Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты просто не справился, а? Ну, признайся. Один я бы в жизни здесь не прошел. Он ждет нас. Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Thank you.
закрывает проход. Спокойно, сосредоточься. Не надо за меня бояться. Давай осмотримся. Похоже, это лаборатория нашего эльфа. Она любит. Так, посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топей.
Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Интересно, зачем они разделились? Возможно, дикая охота шла по следу эльфа, и так было безопаснее для Цири. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховы топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Почему ты не сказала об этом раньше? Я же говорил, что Цири перешла дорогу какой-то ведьме. Я понятия не имела, что речь идет о них. И потом ты бы сразу бросился их искать. А нам сперва надо было убедиться, что Цири была здесь. Разве нет? Теперь я, разумеется, расскажу тебе все. Теперь, когда я провел тебя через пещеру? О, ты правда так плохо обо мне думаешь? Наверное, у тебя предубеждение против чародеек. С чего бы это? Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу. Почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Хорошая мысль. Зачем мы вообще пришли? Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Ну? Должно быть, он сам сжег эти записки. Охоте на них насрать. Значит, он знал, что его ищут.
единственный чародей-травник. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо.